Футбольный матч на Самара-арене должен стать своего рода символом возвращения к нормальной жизни после режима жестких ограничений. Поединок «Крылья Советов» «Ахмат», как и все остальные игры 23-го тура первенства России по футболу, посвящен врачам, которые борются с новой коронавирусной инфекцией. Клубы РПЛ приглашают медиков и волонтеров на трибуны и организуют различные акции в их поддержку. Волжская команда уже подготовила несколько флешмобов под девизом «Спасибо врачам». Мы надеемся, что все будет хорошо, что мы отработаем, как должно быть. И все будут живы, здоровы и получат только массу хороших впечатлений от хорошего футбола. Ну и, естественно, «Крылья Советов» победят. Подопечные Миодрага Божевича выйдут на газон стадиона в специальных футболках с благодарственными надписями. Поддерживать «Крылья Советов» в матче с «Ахматом» будут не только поклонники команды, но и музыканты из шоу барабанщиков. Матч на Самара-арене пройдет в пятницу, 19 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19:00. Владельцам сезонных абонементов необходимо обменять пропуска на билеты нового образца. Это можно сделать сегодня и завтра в кассах стадиона «Металлург» с 9:00 до 20:00. Анатолий Головко, «События».